Московская областная дума упростила получение льготы на социальную газификацию для семей участников СВО. Законопроект, упрощающий получение льготы для семей погибших участников специальной военной операции, приняли в трех чтениях. Ранее в законе было предусмотрено условие, что участник СВО должен был иметь место жительства в доме, который планируется газифицировать, или быть зарегистрированным по месту дислокации воинских частей или войск Росгвардии, расположенных на территории Московской области. Теперь это условие убирается.